вами рубрики «Не скучаю» и я, Настя Гнебеда. Послушайте веселое стихотворение Вадима Ленина «Чудеса в авось». Тетя Варя, тетя Варя, где вы были? На базаре. Варя, тетя, Варя, тетя, что купили, что несете? Я несу два чудо-юда, в каждом чуде по два пуда. Нету ли ни ног, ни рук, ни рубашек нет, ни брюк, только два большущих пуза. Знаем, знаем, два арбуза. Всем пока! Слушайте.